Всем привет! Меня зовут Бучер, и сегодня я вам расскажу историю, как я откосил от армии. И даже денег не потратил на это, ага. Эта история началась, когда я учился на первом курсе универа. В мои 17 лет мне пришла повестка, где было сказано, что я в розыске. Ага, в розыске, блять, в 17 лет-то, ага, у нас призывной возраст 18. Я сходил в военкомат и встал на учет. Когда мне исполнилось 18 лет, а я как раз с универа отчислился тогда, ну, такой себе расклад получался. Мне пришла новая повестка. Привет. И я начал проходить кучу врачей, ибо служить-то мне не хотелось. И как бы после кучи врачей и документов я спокойно сходил в военкомат, и мне дали категорию В. Мне оставалось подтвердить ее в областном военкомате. Но утром следующего дня мне прилетает еще одна повестка. Привет. Как раз таки из-за моего отчисления. И все по новой. Хожу туда, хожу обратно, и вот снова меня отправляют в областной военкомат. Когда я поехал в него, у меня была только одна мысль. Все. Опять весь день потерян, но нет. Прошел всю комиссию минут за 15-20 и был этому крайне удивлен. В каждом кабинете я наблюдал примерно одну и ту же картину. Здрасте. Здрасте, вы по комиссии? Да. Ну, вы здоровы. Я уже радостно иду к врачу и вдруг решаю посмотреть в карточку. А там сплошные категории А. Ну, я думаю, все, пиздец, приплыли. Годик буду тусоваться в казарме. Последним врачом был терапевт, и она поставила мне заветную категорию D. Я обрадовался, но оставалось самое сложное – получить этот гребаный военник. Я сдал документы в свой военкомат и пришел за военником где-то через месяц. Здрасте, а можно военник мой, да, пожалуйста? Нет. Но мое дело так и не сдвинулось с места. Шло время, а военники я начал уже забывать, как и военкомат, в принципе, обо мне. Ты кто? ХЗ. И тут в декабре я слышу звонок. Мне говорят. Здравствуйте, забирайте свой военник. А скажу только одно. А документы на этот военник я как бы сдал в начале весны, ага. Я сходил, забрал его, и по сей день он мне вообще не пригодился. Так и не понял, зачем он нужен, но теперь у меня есть военник. Всем спасибо за просмотр. Это моя первая попытка сделать анимацию. Напиши, пожалуйста, в комментарии, понравилось ли тебе. Поставь свой лайк и подпишись на мой канал. И да, ребят, еще раз спасибо. Пока.